Союз добровольцев России сегодня провел мероприятие подведения итогов акции «Патриот», приуроченной к 20-летию Дня Конституции. То, как ребята видят патриотизм, как они видят свою родину. Работы мы получили от 1 и 9 детского дома, но работ было действительно немало. Старшеклассники по интернету покопались, Конституцию почитали. 20 секунд. Продумали все эти варианты. Вот мы решили такие своеобразные работы сделать. Ребята подготавливали работы, которые конкурсная комиссия оценила и распределила дипломы по различным направлениям. Мне действительно работы очень понравились. Это были и рисунки, это была и лепка, и вышивание. И стихотворение. Вручили подарки, поздравили ребят с Новым годом. Проявили инициативу. Так, прикольно было. Патриотизм воспитывает в людях. Они должны понимать, что они нужны этой стране и что про них никто никогда не забывает. Что их усилия всегда будут вознаграждены и они должны стремиться к достижению новых целей.